Ансар прислал сообщение. Флом, салам, меня зовут Ансар, мне 20 лет. Хочу убедиться, что мой трек, который никому не нравится, реально хуёвый. Разъеби его плотностью, ну, в смысле, полностью, наверное, там хотелось сказать, да, чтобы я потерял мотивацию писать песни. Дэм, бро, это очень жестко. Ансар, это очень жестко, бро. Страшный человек, бля. Ну, поняли, да, вы чат, короче, задачу? Задачу мы поняли. Я не думаю, что это очень сложная задача, да, типа, для чата. Поэтому я думаю, что у нас все получится. А если серьезно, конечно, посмотрим. Мистер Вансиум, да, называется никнейм у артиста. И получается, что там у него по трекам до этого, которые были. Так, до этого у него треки, ну, в принципе, вот 19-го года один сингл, 21-го года через 2 года один сингл, и вот, типа, сейчас 3 сингла, да? Вот такая вот история. «Сон вчерашний» называется трючок. «Ракешник» вроде как пишут, да. Ковер тут пиздец, да, нарисован. Жалко, нет ковра вот здесь, но там ковер, конечно, кринжатулька та еще. Погнали, «Сон вчерашний». Мистер Ванс, у меня там. Бля, дерзкий флоу, да? В этом месте вообще кайфовый. Продолжай, бро, по-любому, уже точно. Если это плохо, то что мне с тобой было хорошо. Не понимаю твоих намеков, но ушел. Видоса нет вообще, да? Окей. Будто взят из тени шоу. Поймала паутину, паучиха, знаешь. Только все узнала. Отношение ко мне поменялось. Сведение, бро, это просто бизнес. Ты играла, чтобы было веселее. Но я страдаю, когда стоишь наедине. Никому не подобраться к тебе, это нелегко. Ведь в контакте ты игноришь мои письма до сих пор. Я даю себе так долго то, что был в тебе влюблен. Тебе было все равно же, не нужен. Кто будет меня любить, ухожу. Из жизни загружен мой новый мир. Тебе не было дела, нелогично то, что ты всегда хотела меня. Пичка детскими проблемами, они ну слишком да, надоели еще, мне, да, больше не хочу их слышать. Ну, слушать невозможно, конечно, это охуеть просто. Как плохо сведено, записано, ужас. Я тебе не верю. Но я все равно я не верю. Я тебе не верю. Да, вроде брат. Не болел, но сердце так болело. Уверен, что был не простужен. Ты слишком обомлел, не лезь, не свое дело. Тебе я просто был не нужен. Как только все узнала, отношение ко мне поменялось. Ненавидь меня вдвойне. Чтобы было веселее, но я страдаю, когда стоишь наедине. Никому не подобраться к тебе, это нелегко. Ведь в контакте ты игноришь мои письма до сих пор. Я даю себе так много, но чтобы был тебе влюблён. Ритмику более или менее держит, да? Тебе было все равно. Мистер Бансиум, бля, дерзкий ник, бро. Да, это вот правильные слова, да. Вообще, как бы, да, вот первое, с чего я хочу начать, вот прежде чем тратить 10 тысяч рублей, да, на разбор трека, да, вашего, я думаю, что если вы даже заплатите половину из этих денег за свидос, вот просто найдете чувака, сведение которого стоит 5 тысяч рублей, бля, трек зазвучит в 10 раз лучше. В 10 раз лучше просто, типа, это будет настолько круто, да, что, типа, ну, вообще несовместимо, бля, несопоставимо, короче, с тем, что мы сейчас услышали. Блядь, очень тяжело, бро, очень тяжело, типа, алло, алло, бля, новый как формула, да, домофон, бля. Короче,
С одной стороны, легко отследить твою харизму, да, твою работу, блядь, над тем, что ты делаешь. То есть, как трек, это, конечно, не слушабельно. Это полная хуйня, да, вообще, вот просто максимально полнейшая. Но в первую очередь из-за свидоса, бро. Я не скажу, что ты, конечно, там гений, да, исполнение, прям максимально супер-пупер крутой, но это бы звучало, ну, типа, 100% лучше. Я не знаю, как так плохо можно свести. Вот, блядь, я просто записывал демку, да, вот, не знаю, в куб записываешь просто вот демку, вот просто говоришь в микрофон, и эту ничего вообще не делаешь с ней, и просто накладываешь на бит. Даже по громкости не выравниваешь. Вообще ничего, блядь. Вот записал, да, вот с одного тейка, и под минус подставил, и экспорт нажал. Все, блядь. И оно звучит лучше все равно. Как люди умудряются так вот делать, чтобы трек звучал, для меня загадка, блядь. Это надо, блядь, вот прям целенаправленно хуёво его сделать. Но я думаю, что, конечно, вопрос в микрофоне, да. Что скажешь насчет вчерашнего мяса в клубе Изи? Да, в принципе, вчера было прикольно. Вчера было прикольно на концерте 13 карат. Звук, конечно, полная хуйня был, но звук — это уже там задача команды, организаторов и так далее. Артист сам молодец, да. Артист сам молодец, выложился очень круто. То есть очень такой живой, блядь, хороший чувак. Мне кажется, у него пиздец будущее большое. Технически очень сильный. Респект ему. Может, он захотел, чтобы было хуёво. Бля, не знаю, бро, вот не знаю. Ну, типа, блин. В диктофон некоторые умудряются. Так. Вы просто не поняли, блядь. Я думаю, это рофл за 10к. Да не, я не думаю, что это рофл. Человек на площадку залил трек все-таки свой. Ну, типа. Ну, давайте еще раз посмотрим. Конечно, звучит как полная хуйня. Бля, интро было не так плохо на самом деле. Не понимаю твоих намеков, я ушел. Твой смех не настоящий, будто взят из телешоу. Бля, ну ничего, он местами ноет, бля. Бля, харизма нормального чувака, ну пиздец. Харизма есть у чувака, есть. Такой какой-то, блядь. Молодой мистер Кредо от рока, блядь. Не знаю. Когда стоишь наедине, никому не подобраться к тебе, это не лишь. Юра Шатунов, ну бля, Юра Шатунов от рэка, бля, от рока. Ведь когда ты игноришь мои письма до сих пор, я даю себе так долго то, что был тебе влюблен. Некоторые вещи по ритмике, ты когда бежишь, там все потеряно просто, да. Вот это вот, да, вот это руина, пиздец. По рифмам вроде прикольно, да, там нелегко до сих пор. Вполне неплохое созвучие. Да. Там все равно влюблен, нелегко до сих пор влюблен. Охуенное созвучие, бро. Вот, ну тут протянул вроде неплохо букву вот это, да. Здесь как-то вот ритмика. Да-да, никому не подобраться к тебе, это не... Да-да-да-да-да. Тебе было все равно же, не ну... Мне кажется, вот этот вот такой... Плаксивый, нытливый голосок, да, вот в треках, это заебись может звучать. Весьма, с точки зрения вот именно тембра его и направленности харизмы. Чё-то было хорошо, потому что я пришел, ты ушла, я пришел, потому что, ну, пиздец. Вот эта вся хуйня, она типа прям вот-вот... Если по уму это все делать, она будет звучать очень-очень сочно, бля. Нужен, кто будет, да. Меня любить, ухожу, и жизни загружен, да. Мой новый. Вот,
и структуру ты придумал, которую не выводишь. То, что ты меня хотела, нелогично. То есть ты не можешь справиться, да? То есть нелогично меня пичкать. Придумал, заебись, но реализация нет. Ты тормозишь на этом, да? Ты типа, ну, не справляешься с задумками. Где ты просто спокойно говоришь вот с таким нытьем, да, со своим, блядь, в хорошем смысле, реально, вполне неплохо. Напихал ритмик, с которыми не справляешься, харизма полностью потеряна. По тексту тоже вот хуй пойми, короче, иногда очень крутые созвучия, да, прям типа, ну, нихуя себе. А иногда вот типа как тут, да, иногда это... Простужен не нужен, блядь, вся вот эта история, да. Вдвойне наедине, блядь. Ну еще, да, вдвойне, втройне, в четверне, в пятерне, блядь. По структуре придумано прикольно, имеется в виду, типа, интрушка, да, прихорус, хорус, бля, куплет небольшой, да, вот еще с таким, как бы, полубриджем, опять прихорус. Структура охуенная. Наполнение среднее, реализация этого наполнения средняя, весьма средняя, особенно местами. А история со сведением — это просто шутка, блядь, какая-то, да, от мистера Вансиума. Шутка от мистера Вансиума. Поймала в паутину паучиха, словно шелк. Да. Вот эта вставка «почему ты плачешь», она должна быть в конце, а не заедать вот эти слова, да, типа. Она должна быть там, где есть переход вот на куплет, да. А не, блядь, создавать мешанину, типа вот где-то вот здесь, да. Нет, слишком рано ты запустил эту хуйню. Ну вот так вот, бро. Что тебе еще сказать? Я не знаю. Ну, конечно, на фрешмена это не тянет пока. Синпай битс. Ну да. Похож на кого-то, да, кстати, битмейкер этот. Наконец-то, блядь, пожилой битмейкер. Так. Чё еще тебе сказать, бро? Детскими проблемами они слишком... Мне нравится твоя харизма. Нравится, реально. Там, где ты идешь хорошо, это потому что... Там вот это поплакать, это прям вот, прям... Не, бля. Надо такое. Более нативный выбирай себе. Не пиши текст просто по... Вот, текст пиши вместе с музыкой. И вот просто вот можешь даже наплакать его без написания. Включил музыку, вот пришла тебе, блядь, двойник Дональда Трампа, твой битмарь, да, блядь, музыку. Встал перед микрофоном и просто начал. Детка. Записал эту поебень, потом, блядь, посчитал по слогам. 7 слогов, все, бля, либо 3-4 слога, либо 5-2, либо 7-сложное слово. Хуяк свое. Или тут и гу-гу-гу, блядь, ставил, да, там, блядь. Хуяк, все это написал. То же самое нытье, теперь уже со словами. Заплатил чуваку, бля, 5000 рублей за сведение нормальным, и у тебя нормальный трек. А если ты придумаешь какие-то ритмики, которые у тебя не идут нативно, всегда будет хуйня. Всегда будет хуйня, и ты всегда будешь говорить это. Я-то делал на дорожку, чтобы тут-то было прошка. Не вывезешь нихуя. Сам себя заруинил ты, короче. Реально, бля, сам себя заруинил полностью. Придумал хуёвые ритмики, ничего не свел, блядь, и не раскрыл свою харизму. Трек полная хуйня. Вот давай тебе мы его оценим, бро. Давай мы его оценим. Мистер Вансиум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бам-б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 ам. Атмосфера 1. Тренды все актуальные жанры. Хорошие. Рифмы и образы. Местами... Прям вот типа 8. Местами 3. Типа, я думаю, что в целом 5 можно поставить, да. Где-то созвучия прям ебать крутые на 8-9. Вот прям правда. Структура ритмика.
Как песня построена, охуенно она построена. Вот сама песня. То, что у тебя есть и интро, прихорусы, да, припевы, куплеты, все как надо, да, вот эти четверочки, там, я тебе не верю, там вот эта вся история, да, типа, это все круто, реально. Это все круто. Да, я говорю, то есть в первую очередь, до того, как вы скидываете на заценку свой трек, я же говорил вот в видосе, блядь, по поводу типа спонсорского разбора, кидайте свой лучший трек. А для того, чтобы он стал лучшим, дайте это звукарям каким-нибудь. Если у вас есть 10 тысяч на то, чтобы заказать трек, блядь, дайте эти деньги тем, кто сделает ваш трек изначально. И тогда, может, глядишь, и не понадобится вообще никуда присылать, блядь. А если пришлете, то уже это будет реально круто. Я вам тут чату даже мнение не спрашиваю, потому что, ну как это, блядь, можно слушать? Атмосфера один, бро, один балл. Структура ритмика у трека охуенная, 5 на 8, да? Ритмики, которые ты придумал, неплохие. Неплохие, да. Так, давай посмотрим внимательно. У меня было дело нелогично, потому что всегда хотела. Дело хотела пичкать детскими проблемами. Слишком надоели мне, больше не хочу их слышать. Не болен, но сердце так болело. Уверен, что был не простужен, ты слишком обнаглел. Не лезь на свое дело, тебе просто был не нужен. Как только все узнал, отношение не поменялось, ненавидел меня вдвойне, ты играла, чтобы было веселее. Я страдаю, ты играла, когда остаюсь наедине. Бля, не, слушай, тут прям отношение ко мне поменялось, ненавидел меня вдвойне, ты играла, узнала, играла здесь, да? Бля, тут рифмы глубже закопаны чуть-чуть. Узнала, играла, поменялось, ненавидел меня вдвойне, наедине, страдаю. Никому это к тебе, ВКонтакте игноришь. Я не верю. Бля, не, стоп, чувак, стоп. Это, бля, я думаю, что это вот так и вот так, бля. Угу. Шутка ли? Реализация выбранного стиля. Местами 4-5, местами 1. Поэтому с видос плюс 2. Вот спрашивали, да, почему не используем всю шкалу? Вот вы поняли, почему? Индивидуальность и харизма. Тяжело очень тебе тут смотреть. Где-то один, где-то шесть. Вот это нытье кайфовое, я за него балл добавлю. Правда, это, блядь, фишечка твоя. Это прям такая самобытность, да, вот пиздец, которую надо раскручивать. Вот из всей кучи мусора этого трека надо достать ее и вот раскрутить ее, пиздато, раскучерять. 5, наверное, много в целом, потому что не слышно нихуя из-за сведения. Но ты сделал хорошо довольно-таки. 4-5 я поставил бы, бро. Местами прям заебись, да. Местами пропадает харизма полностью на двойку-тройку. Местами прям ништяк. 4-5, наверное. Судя вчера. Разные жанры, бро, абсолютно. Абсолютно разные жанры. Так, что там по тренду себе? Да еле мне, больше не хочу их слышать. Пятерка. Угу. Вот так. Да. Тебе есть что раскрутить. Ты чувствуешь ритм. Ты умеешь писать песню более-менее нормально. У тебя есть фишечка. Речь вести о том, что типа тебе надо завязывать, и ты такой весь бездарный мудак, это не так. Просто песня сделана очень хуево. У тебя есть за что зацепиться. Реально. Твои вот эти нотки, харизмы, да, это все заебись сделано. Да. С точки зрения самого бита, он не охуенно сделан. С точки зрения музыки, да, это популярное дерьмо. Это поп-рок. Угу. Угу. Нет, не 4, 5 баллов. Вот такая хуйня получилась с оценкой. Кринжатина ебаная, просто жесткая. Вот так вот. Почему не так мало, не такая маленькая оценка получилась? Потому что с текстом реально дохуя хорошего. Вот он построен очень правильно. Он ни с чем не справился, и ничего не сведено, но он неплохо сделал. То есть написана песня хорошо. Вот почему оценка большая получилась.